выключай это. Все. Пишем эту хуйню последний раз. Тихо, видно камеру? Куда? Так, вот. Забыл, да? Так, сейчас. Нет. Я говорю микрофон, ты говоришь микрофон. Все, погнали. Какашка, которую пописала. Это похуй? Конечно, похуй. Да? Блять, да нет, все. Пошли отсюда нахуй. Все, Петёк, давай дальше барабанить, а ты просто ори. Чего-нибудь. Какую-нибудь песню прорём. Без проблем. Окей. Но Фредди Крюгер! Это постой, же круто! Прошу, я потом говори! Нет! Я знаю, что ты скажешь! Фредди Крюгер — это полный отстой! Откуда ты знаешь, что я собираюсь сказать? Я бог электричества! Это все? Да? Билеты могу дать, был бы заебический. А, вот билеты. Сейчас не забыл. А что, она снимает? Да! А-а-а. Давно уже! Но Фредди Крюгер! Это же круто! Разве нет? Нет! Вот билет! Внемли мне, смертный! Так, чувак, что-то не то. Я знаю. Ты как будто орать собираешься. Ну ты же сказал орать. Ну не орать, а просто мощно сказать: внемли мне, смертный! Так, а ты орешь, как будто в атаку, блять. А. Алибардой! Слияние миров. Ну, блядь, давай. Слияние миров началось. Сперва он попробовал добавить Кратоса и Крюгера в девятую часть. А как понял, что подвоха никто не заметил, стал воять собственный Mortal Kombat для лучшей платформы. И помни! Что? Что я должен помнить? Ты сам знаешь что. Извини. Доллар поднялся до 45 рублей! Я передумал! Я хочу жить! Не стреляйте! Что-то мне не нравится. Ну или ла-ла-ла-ла-ла-ла! Ну или пока не надай! Ну или, ну или, ну или, ну или! У нас есть Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3, Mortal Kombat 4 и... Кто этот человек? Еще один Рейнер. На лоб прикинь. Чувак, нам рука нужна. Вот билет на турнир. И помни, чем больше сила, тем больше ответственность. Но Фредди Крюгер, это же круто! Нет! Это совсем не круто! Тупая ты башка! Вот тебе билет, на турнир! Билет на турнир? Да, и помни, не доставай дрочил, пока она хотя бы... Ну все, давай нормально сделаем. Мы не сможем! У нас же звука нет! А, на чем это делать? А, ну давай еще. Ну может на камеру запишется. Не круто! Давай еще раз, извини. Быстрее, не извиняйся! Окей. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел ежик из тумана, вынул ножик из кармана. Но почему я? Почему он? Он, а не я? Я что ли совершеннолетний? Ну вот. Теперь давай посмотрим запись. Нихуя не вижу. Да вот почему я в куртке.
Стой, на улице холодно. Что? Вроде реально обжег. Давай еще раз. И я такой. Может, я чуть правее? Чуть правее письку? Да. Ну что, прям одинаково стояли, типа расстояние от боков. Все, готов, что ли? А. Fight! Ну что ж ты не ответил дальше? А я даже вот тебе ответил, у меня так глюкнулся. Так неплохо. Только там, конечно, вылетел далеко из, но это ничего не. Ну дай продолжай. Мотор! Только как ты меня нажал? А то вообще вел. Она и так горит. Блять. Ну стоп! Как стой, стой! Что ж я делаю? Так, ты че меня как бьешь? Да стой, тормоза много. Ты меня тоже там ответь. А, блядь. Ответь, не сразу это. Кано, ты что драться не умеешь? Знаешь, крутые там твои. Да, окей. Я побегу в ту сторону. Подожди, а я тебе, подожди, типа, я изображаю, типа, мне больно? Слушай, может, так? А камера снимает, кстати, уже. А, ну, кажется, давай. Стоп! Снимай, не сыпь. Зачем ты что то? Ну все, хватит. Я отличный оператор. Снимай с ним. Еще раз. Итак. Можно так без звука? Лети, Путин. Так, стоишь. Глаз гаснет. Началось. Well, молодец. Уходи с кадра. И там самое смешное, вот в эту дуру будет сзади. Это очень смешно. Да. Ну, а не дура. Mortal Kombat. Да, кого-то я убью! Ой, блядь, ой, блядь! Ну да, держите! Ой, блядь! Что? Все? Одевайся, Петёк, ты умрёшь! Твой счётчик падает, хитов! Выключаем камеру! Хули! Зима! Блядь, они прыгают с дерева на дерево, охуеть! Так вот! Он такой, конечно, не просит. Я такой, ух, вот он, блядь, сука. Почему Брэд Питт делает вот так? Что это за поза, блядь? Или как он там делает? Почему-то пальцы вот так держат. Я вначале вообще думал, знаешь, типа, сделать белую рубашку. И штаб я, короче, пошел такой, схватил за нее тут и выдавил себе. Так это, чтобы, знаешь, такой кровавый пятнет. Потом подумал, блядь, я так слишком заворачиваюсь. Давай. Здравствуйте. Мы безумные фанаты Nintendo. Мы ходим и уничтожаем передачи. Например, такие как Sega Doesn't. Потому что Sega, она ничего не может. Nintendo лучше. Nintendo лучше. Посмотрите, что это? Это дешевый утеплитель. Они не могли купить нормальный. И знаете, возможно, я буду вас любить не так же сильно, как этого снеговика, которому я готов отдать собственное сердце. Но я никогда не сделаю с вами вот это. Потому что я буду предан вам всей душой. И этих сердец у вас много, я могу сделать еще одно. Ничего страшного. Берите, не прогадайте. Я самый лучший кандидат. Сука. Есть. Блять, сложно уходить, когда, блять, хочется трястись пиздецки. Короче. Заяц идет. Да, идет. А там идет, запись идет. Я только не проверил, знаешь, я фокус не проверил. Вот ну проверь и... сразу. Ну, смотри. Вроде фокус есть. Ну так, на тебе как-то не очень. А, значит, на мне не очень?
Знаешь, я включил бы автофокус, но я боюсь из-за снега упростить вот это. Знаешь, я включил бы автофокус. За осмысленную жизнь. С праздниками! Прошедшими, будущими и тех, которых нет. Че это за хуйня, все? Да, какая-то слабая хлопушка. Я ожидал, бла-блах, я глох. Россия священная. Россия за русских! Это грушевая газировка. Грушевая газировка? А выглядит как? Да, я тоже вчера думал, что это какой-то алкоголь, а на самом деле это. Какой-то коктейль жестокий от дяди Миши. И я имею в виду другого Мишу. Стопроцентный? Натуральный? Мишу рэпера. Я понял. Я знаю. Безалкогольный напиток среднегазированный. На нем написано. А, снимает. Ух ты, Миша, наркоман, а? Ну ладно, допустим, у меня есть несколько реакций.